Ну, мы принимали участие на форуме только в рамках нашего участия в конференции, которая проводится под эгидой ГЛОНАСС-форума ГНСС. Выступление наше было посвящено новым способам, да, и новым пилотным проектам региональных навигационных информационных систем. Ну, мы фактически повторили, на самом деле, свой доклад двухнедельной давности, который был на военно-промышленной комиссии в рамках межведомственной рабочей группы по внедрению технологий ГЛОНАСС. Поскольку заседания подобные, они достаточно закрытые, как бы, да, мы донесли нашу позицию и наш опыт, который нам удалось совместно с другими участниками рынка приобрести, донесли до более широкой аудитории с помощью форума. Вопросы из зала, безусловно, были, они, собственно говоря, касались тех особенностей системы, которую мы предлагаем на рынок. Наше сообщество достаточно, на самом деле, узкое, поэтому мы увидели своих старых знакомых, мы увидели и некоммерческое партнерство ГЛОНАСС, и ГНСС-форум, и коллег из мобильных телесистем, и КБ «Навис» увидели, но достаточно много. Но мы считаем, что в любом случае подобный форум должен существовать, потому что вопросы безопасности имеют достаточно широкое значение, и как раз вот в рамках таких мероприятий, как бы, да, они могут быть достаточно системно рассмотрены. В прошлом году наша компания претерпела некоторую структуризацию, как бы, да, преобразовалась в группу компаний, поэтому в нашем новом статусе, на самом деле, это наше первое участие в этом форуме, поэтому, ну, мы очень довольны. Спасибо.